Алмалыкский региональный совет ветеранов горно-металлургической промышленности продолжает работу по организации и проведению духовно-просветительских культурных мероприятий с участием ветеранов труда и молодежи. Так, 23 ноября во Дворце культуры «Металлург» состоялась очередная встреча трех поколений на тему «Новый Узбекистан. Вклад молодежи», организованная Алмалыкским региональным советом ветеранов горно-металлургической промышленности, Союзом молодежи и учебным центром АО «Алмалыкский ГМК». Добрый день, уважаемые участники встречи трех поколений. Сегодня у нас в гостях ветераны и пенсионеры комбината, студенты МИСИС и Ташкентского государственного технологического университета. В мероприятии приняли участие ветераны труда АО «Алмалыкский ГМК», в том числе герои Узбекистана Саидали Рахмонов, орденоносцы Ташпулат Ирназаров, Уразали Хайдаров, Тулкин Абдухаликов, Умирзак Муминов, а также студенты алмалыкских филиалов НИТУ МИСИС и ТАШ ГТУ, учащиеся Алмалыкского горно-металлургического колледжа, средних школ номер 15 и 16 и представители Союза молодежи АГМК. Международное сообщество признает, что решающую роль в прогрессе любого общества играет здоровое и гармонично развитое молодое поколение, энергичное, инициативное, всесторонне развитое, владеющее современными знаниями и навыками молодежь, от которой зависит будущее этого общества. Сегодня Узбекистан – страна с молодым, динамично развивающимся обществом. Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 60% населения. Это для страны своего рода драгоценный демографический дивиденд. В течение следующих двух десятилетий сегодняшние дети и молодые люди станут самой большой рабочей силы в истории Узбекистана. При правильных инвестициях в развитие молодежи сегодня именно она может стать тем поколением, которое выведет Узбекистан на новый уровень социально-экономического развития. Молодежь нового Узбекистана – активный субъект преобразования общества и важный ресурс модернизации, а также ценнейший кадровый ресурс экономического роста и обеспечения благосостояния поколений. Ведущие встречи трех поколений отметили, что наша молодежь сегодня – это главный источник экономической, социальной, культурной, политической жизни Узбекистана, и представили видеоролик об участии в этой работе молодежи комбината. Комбинат Ёшар Итфоқи фаолиятининг устувор юнолишлари ёшларни миллий ва умуминсонии қадриятларга ҳурмат рухида тарбиялаш ва унинг тақдирига дахлдорлик, фидоилик ҳиссини қарор топтириш ва ривожлантириш, турли мафкуравий таҳдидлардан асраш. В беседе поколения приняли участие молодые работники АГМК, которые по программам развития побывали за рубежом – Амир Абидов и Ильёр Джумаев. Выпускники алмалыкских филиалов НИТУ МИСИС от ТАШ-ГТУ, которые в настоящее время трудятся в подразделениях комбината. Преподаватели вузов, принимающих непосредственное участие в реализации пяти важных инициатив по налаживанию системы вовлечения молодежи в сферы культуры, искусства, повышения грамотности в области информационных технологий, развития физической культуры. Со словами напутствия к молодежи выступил герой Узбекистана Саидали Рахмонов. В программе встречи почетные гости ответили на вопросы участников мероприятия. В завершении встречи учащихся школы студентов пригласили посетить музей трудовой славы АГМК.